планировался, почему он выбрал даже такие цвета для управления? Решение вот такое с литературной подоплекой довольно простое. Центр Москвы, Сретенский бульвар, на Сретенский бульвар, то это народные гуляния, исторические народные гуляния. Раз исторические народные гуляния, то, естественно, хотелось праздника. Праздника, причем, который мало присущ, в общем-то, московскому метрополитену, а раз праздник, то большое количество цвета. Большое количество цвета, напоминающее где-то детский калейдоскоп. Праздник, детский калейдоскоп, на витражах резвящиеся, играющиеся детские фигурки, которые где-то...